Ну что ж, друзья, всем здрасте. Очередная распаковка посылок сайта AliExpress. Вот. Приехал, короче, ко мне корсет ортопедический. Вот. Можете сейчас видеть. Приехал ко мне за 35 дней. В принципе, долго, да. Очень долго. Но это CN, это China, поэтому это может быть нормой даже. Вот. Ну, короче говоря, спину мою поправлять давно уже нужно было. Вот. А еще плюс, как можете видеть, да, 35 дней. Поэтому самые необходимые вещи, короче говоря, приезжают позже всего. Короче, камуфляжного цвета я заказывал себе корсет. Только камуфляж у нас не зеленый будет, а красный. Вот, сразу можете видеть, размер М. На самом деле он регулируется, да, поэтому я не знаю, зачем вообще нужно было... А, кстати, да. Кто-то меня хочет поздравить, наверное... С 14 февраля. Вот, посвечивает, кстати, такая. Как жопа какая-то. Вот, здесь сиськи. Ладно. Короче, тут написано. Для тебя, короче, счастлив каждый день. Да? Угу. Ну, и I love you, короче. Ну, спасибо. Еще бы написал, будь здоров. Так как это же все-таки корсет. Или что-нибудь про поясницу бы написал. Так, что-то там порвалось сразу, ну ладно, не суть. Вот, короче, такой. На самом деле, честно признаться, да, это мое самое вообще первое знакомство с корсетами. С подобными корсетами. Ну и в общем, да. Поэтому я, как бы, блин. Ну вот, можете видеть, да, собственно, тут показывать на самом деле нечего. Кстати, сейчас, секундочку. От него, короче, такая вонь идет, такая немного неприятная, но не сильная вонь, кстати говоря. Вот. Но запах есть. Тут у нас вот такие вот мощные довольно-таки застежки. Да, очень даже мощные, я бы сказал. Вот. Материал такой, я хрен знаю, такой, знаете... выше среднего, наверное, что ли. Вот так вот. Стараюсь быть наиболее объективным, да. Насколько это возможно. Так, ну что ж, сейчас я, короче, его примерю, да. Вот, сами посмотрите, сами все увидите. Вот, затем, как обычно, да, допокажу, дорасскажу. Ну что ж, друзья, вот можете видеть, да, как он на мне сидит. Короче говоря, в принципе, ну, сразу чувствуется, что он прям тянет назад. Очень даже нормально. Я, кстати, сейчас ничего не регулировал, да, то есть одел, как он был, как раз-таки, ну, при распаковке. Вот, поэтому, в принципе, все очень круто. Можете видеть, вот, пожалуйста, мое пузико. Вот, блин, сзади бы еще, конечно, показать как-то. Вот, потому что это наиболее такая важная часть тоже. Вот, короче, друзья, вид сзади, да, как можете видеть, как он сидит, да. В принципе, все очень круто, да. Вот, так что давайте сейчас, короче, на стол вернемся и закончим обзор. Итак, друзья, ну, все сами видели, да, как он сидит, получается, как он выглядит, где крепится. То есть здесь, в принципе, на самом деле много всех разных регулировок, да, то есть, видите, вот здесь, да, есть по плечам, да, если кому-то нужно, по-любому будет нужно, потому что даже мне сейчас, я бы не сказал, что он прям идеально прям подошел, как он, ну, как я его только вытащил из коробки, да, то есть его по-любому нужно будет регулировать, да, по-любому нужно будет как-то разбираться, да, как он лучше будет в действии, вот. Что касается размеров, есть S, KM, L, XL и 2XL получается. Поэтому, в принципе, даже, не знаю, взять, допустим, ту же самую L-ку, да, и я думаю, будет очень круто. Ну, все эти параметры, да, то есть по выбору размеров, да, то есть подгонка, все это нужно будет смотреть по ссылке, которую я оставлю, да. Вот, также узнайте там и цену, то есть и все вот эти вот... мелочи, да. В принципе, что касается материала, да, и прошивки, да, ну,
можете сами видеть, да, короче говоря, не прям такие вот прям на отлично, да, прошито, но, в принципе, среднего уровня, я думаю, хватит для оценки. Прям за глаза. Возможно, как бы, ну, так и нужно прошивать. Я хрен знает. Я вообще первый раз, как бы, в руках держу корсет, да, ортопедический. Поэтому, ну да, вот видите, нитки здесь торчат, здесь их нету, как бы. Ну, это, опять же, это мелочи, на самом деле. Все это можно допилить, так скажем, да. Поэтому, по большей степени, это все, как бы, у нас, скажем так, рабочее, да. Поэтому сильно критиковать, я думаю, не стоит. Так что теперь буду его примерять, как уже, ну, нужно регулировать, да, все эти мелкие моменты. У вас, если будут вопросы, да, вы все знаете, да, можете написать в комментарии. Также поставите лайк, да, и подписка только приветствуется, как обычно. Так что спасибо за просмотр и всем пока.